Друзья мои, всем привет! Сегодня рубрика «Муж на кухне», и муж будет готовить свое коронное блюдо, без которого не обходится ни одно наше застолье. Это свинина в очень интересном маринаде с добавлением свежего имбиря. Возможно, что рецепт маринада вам покажется слишком сложным, а список ингредиентов большим, но поверьте мне, оно того стоит. Лет 5 уже готовим так мясо, и нравится оно всегда абсолютно всем, особенно соус. Нам нужна будет мякоть свинины, соус сладкий чили, мед, горчица, сахар, корица, сушеный лук, молотая паприка, соевый соус, апельсин, имбирь. Список ингредиентов я оставлю в описании к видео. И их количество, естественно, тоже. Далее мы растапливаем мед и выливаем его в глубокую чашу для смешивания. Добавляем соевый соус. Добавляем соус сладкий чили. Добавляем горчицу. И добавляем апельсиновый сок. Сок выжимайте как вам удобно, руками либо соковыжималкой. Муж говорит, что лучше взять 2 апельсина, чем один. Ну, тут уж смотрите по вкусу. Пробуйте. Далее добавляем паприку, сушеный лук. Добавляем корицу. И добавляем столовую ложку сахара. Сахар нужен, чтобы соус был более густым. Теперь нужно нарезать имбирь небольшими кубиками. Нарежьте максимально мелко, как у вас получится. Отправляем имбирь в маринад, в чашу для смешивания. И теперь нам нужно очень хорошо перемешать между собой все ингредиенты. Удобнее всего это делать с помощью венчика. Моем кусок мяса, просушиваем его бумажными полотенцами и делаем такие вот параллельные надрезы. Смотрите, как делает мой муж на видео. Перекладываем наше мясо в форму для запекания и заливаем маринадом. И еще аккуратно ложечкой так тоже распределяем маринад, чтобы он попал в каждый разрез мяса. Вся фишка этого рецепта состоит в том, что мясо можно сразу отправлять в духовку. Оно будет и мариноваться, и запекаться одновременно. Но если у вас есть время, чтобы дать ему еще помариноваться немножко в холодильнике, используйте эту возможность. Мясо будет просто таять во рту. У меня мясо промариновалось 1 час. Теперь мы достаем его из холодильника и закрываем форму для запекания фольгой. И отправляем мясо запекаться в разогретую духовку на 1,5 часа при температуре 180 градусов. Через 1,5 часа мы снимаем фольгу, закрываем духовку и даем мясу запекаться еще 30 минут. Мясо можно подавать к столу,
Вы только посмотрите, какое оно сочное, мягкое. А какой аромат вы себе даже представить не можете. Соус мы процеживаем от имбиря. Но хотя, если вы любите имбирь, можете оставить кусочки имбиря в соусе. И теперь этим соусом мы поливаем наше мясо. Не знаю, как вы, а я уже готова просто проглотить язык. Кстати, с этим соусом можно подать любой гарнир. Если полить им макароны, либо макать туда картошечку. Тоже будет очень-очень вкусно и очень необычно. Вот такая красота у нас получилась. Я желаю вам приятного аппетита, друзья. Если вам понравилась идея, не забудьте про лайк и комментарий. Всех вас обнимаю, целую. Подписывайтесь на мой канал. И давайте готовить вместе. Быстро, вкусно и просто. Всех обняла и поцеловала. Всем пока!